Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», новый выпуск встречает вас в воскресенье. Я Марк Нуждин, в нашей студии петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Ну и сегодня перед обязательной частью, у нас так уже сложилось, что несколько обязательных частей в начале, среди них, конечно же, будет у нас и краткое содержание предыдущих серий для того, чтобы вы знали, на чем мы закончили и с чего мы будем продолжать дальше. Но перед этим я очень хочу напомнить вам, что мы вещаем везде, где только можно, ищите наше приложение, обязательно ставьте его, как я понимаю, у нас уже прям на выходе там все готово для того, чтобы и пользователи Apple тоже могли нас через приложение слушать. И, конечно же, смотрите в описании программы, каким образом нам можно помочь. Потому что мы работаем для вас, и никто, кроме вас, нам не помогает. Поэтому на вас вся надежда. Смотрите все способы в описании программы. Ну и давайте начнем. У нас уже даже апрельский кризис временного правительства позади. По нашим внутри России, там, апрельский кризис, если кто забыл, я напомню, в рамках краткого содержания, что он был очень тесно связан со внешней политикой, поэтому вот это важно. А про события на линии фронта мы как-то вот в связи с дезертирством они у нас упоминались, но получается так, что, собственно, бои Первой мировой, которая продолжает идти таким могучим и грозным фоном для революционных событий, они у нас как-то были в стороне. Максим, как я понимаю, сегодня у нас военная часть. Да, надо вернуться к событиям на фронтах, потому что действительно все это оказывало роковое вообще-то значение в происходящих событиях. Мы просто ушли далеко вперед после февральской революции, добрались практически до лета. У нас уже ушло в отставку, ушла часть членов временного правительства, появились новые, все радикально изменилось. В Петербург вернулись не только, ну, трудно их назвать гуманистами, эсеров, например, да, или меньшевиков, это просто по сравнению с большевиками. Были милые, приличные люди, но вернулись в том числе и большевики, и экстремисты, мы тоже уже упоминали, со всеми своими лозунгами «взять, поделить, переубивать». Но тем не менее, то есть, может быть, все бы и обошлось в России, и все бы это как-то бы само по себе сбалансировалось, превратилось бы в такую полудемократию, социал-демократию, может быть, пошла бы Россия по европейскому пути, если бы не Первая мировая война, все, что с ней связано. А война, она иногда резко ускоряет какие-то процессы, причем не всегда в сторону прогресса, как ни печально. Ну так вот, давайте вернемся на фронта, потому что что бы ни происходило в Петрограде, какие бы там собрания, какие бы там перемены в правительстве, но судьба Европы решалась вообще-то главным образом в окопах, в промозглой сырости, в отчаянии, безнадёге. Война-то идет уже третий год, причем не на Восточном фронте даже получается. Но начнем давайте с Восточного фронта, то есть вернемся немножко назад. Еще до февральской революции, это так называемая метавская операция, когда российские генералы попробовали немножечко изменить положение на фронте. Но Метава – это современная Елгава, практически центр современной независимой Латвии, и немцы, тоже надо напомнить, да, продвинулись так глубоко уже на территории Российской империи, что угрожали Риге. И вроде бы здравый смысл попытаться хотя бы отодвинуть фронт, повторить успех Брусиловского прорыва, потому что Рига не только важнейший порт, но еще и очень крупный промышленный центр. Многие промышленные центры, которые были важны для империи, находившиеся на территории Польши, ну, царства польского, да, Российской империи, уже находятся под немецкой оккупацией, тут немцы совсем рядом с Ригой, надо что-то делать. Ну, забегая вперед, скажем, все равно немцы в итоге Ригу захватили, ничего спасти не получилось. Но здесь вот еще до февральской революции мы про него рассказывали. Это генерал Радко Дмитриев, Радко Дмитриевич Радко Дмитриев, болгарского происхождения, по сравнению с другими генералами, которые боялись проявлять инициативы, лишний раз все непросто, все сложно, войска ненадежные. Еще раз правда, напомню, это зима 16-17 годов, и вот он подготовил план, достаточно разумный даже по-своему, как можно было бы прорвать, попробовать немецкий фронт в
в Латвии, да, на территории, это Курляндия тогда называлась, в Петербурге Курляндская улица есть, сохранилось такое вот топонимическое чудо. Так вот, и все, что он предусмотрел, вообще было вполне разумно. То есть огромную роль играет фактор внезапности. Если, например, начинаешь мощный многодневный артобстрел, артподготовку, то ты выдаешь, да, получается, свои намерения. Потом зимой многие, казалось бы, уже не должны были ожидать. И здесь вот подготовились сравнительно грамотно, сумели в нескольких участках где-то провести очень быстрый артобстрел, но мощный, чтобы немцы не успели подтянуть резервы, а где-то даже пошли в атаку, тщательно подготовившись, вообще без артподготовки, все это пригодилось. То есть удалось вклиниться в немецкую оборону, которая, кстати, была хорошо подготовлена. Немцы – это по позиционной обороне армия номер один. Они успевали в короткий срок подготовить окопы полного профиля, сплошной линии, спереди разместить колючую проволоку, делать оборудованные пулеметные гнезда. Но здесь вот зима, темнота, метель. Тут, правда, по-разному очевидцы рассказывали. Если кто-то помнит хождение по мукам, там эпизод это даже упоминается. Вот как будто последняя попытка, вот последний раз императорская армия, ну вот эти вот солдаты идут, они, ну так как они в маскировочной одежде, да, а по мнению уже Алексея Толстого, белые саваны на них надеты, идут на верную погибель, снег в лицо, все безнадежно. Но в реальности, Алексей-то Толстой писал уже при советской власти, да, не мог там ничего похвалить, в реальности все начиналось не так уж и плохо. И немцы оказались не готовы, тем более, что и зимнее время, и полумрак. Но удивительная история, не поддержал своими резервами порыв этот командующий фронтом, тоже мы о нем рассказывали, генерал Рузский. Причем до конца непонятно почему. И никто уже и не узнает, и никто не расскажет. Потому что и инициатор этой атаки, вот этой вот метавской операции, Радко Дмитриев, и его непосредственно начальник, командующий фронтом, генерал Рузский, буквально через год, оказавшись у большевиков в заложниках, были безжалостно расстреляны. Ни за что, не успев даже примкнуть к белому движению. Ну, в общем, это был, вот, наверное, такой последний имперский, ну, в эпоху существования еще империи, еще у нас Николай II правил зимой, да, до февраля. Последний вот такой прорыв, именно связанный с императорской армией, потому что армия-то дальше у нас стала просто российская, потом даже успели ее республиканской провозгласить, но все закончилось ничем. И тоже вот очень дурной тогда уже был симптом, звоночек, хотя и трудно считать его совершенно неожиданным. Часть полков, дивизий, солдат в батальонах отказывались идти в атаку. Холодно, не хотим, не будем подчиняться. Сколько времени вся эта война продолжается? Зачем? Сидим в окопах, никто не нападает, никуда не пойдем. Это еще до февральской революции. Офицеры сравнительно беспомощные. Ну а дальше, как мы уже рассказывали, весной, да, 1917 года все посыпалось. Это этот печально известный приказ номер один, когда солдаты сами себе могут выбирать командира. Это обещание солдатам Петроградского гарнизона, которые, в принципе, и подняли бунт, мятеж, революцию, да, только чтобы на фронт не ехать, проявляя невероятную несознательность. Ведь воевать-то надо с врагами, казалось бы, это же наше родное отечество. Не хотим, на фронт не поедем. Царя даже, получилось, чуть ли не из-за этого свергли. Ну и дальше все только хуже становилось. И то, что вот тоже мы там упоминали, это деликатно иногда называют утечка с фронта, потому что вот произошла революция, распространяются слухи среди солдат, большая часть из которых это выходцы из крестьянской среды. Сейчас ведь землю помещиков будут отбирать, делить начнут, а я на фронте. Как же они без меня-то? Вот. И надо, значит, все бросить, срочно вернуться в свою деревню. Все это приобретает такие масштабы, как мы рассказывали. Уже негде пойманных дезертиров просто держать. Это тысячи людей. Приходится в лучшем случае просто их разоружать, отнимать хотя бы у них винтовки, чтобы они вооруженными не ездили. Ну и тоже, как мы рассказывали, как они ездят. Они же не билет покупают, выкидывают пассажиров мирных из поездов, угрожают машинистам, оружие, говорят, давай вези-ка меня ко мне, куда-нибудь там в Тамбов, в Пензу, на Волгу, не знаю, как ты там поедешь, где будешь договариваться, давай вези и все. Ужас. Все это вот весной 1917 года. Но дело в том, что был же еще и Западный фронт, в принципе, главный для Первой мировой войны, и судьба Первой мировой войны решилась на Западном фронте, на территории Франции,
мы на некоторое время оставили его в покое, как будто бы. Но там, конечно же, генералы немецкие и генералы Антанты, то есть французские и английские, не дремлют. Тут просто опять надо вернуться к этой болезненной теме, что получается, прошло уже 3 года, а генералы, по большому счету, ничему не научились. Все, о чем вот они думают и как они планируют, и после провалов предыдущих операций, после попыток прорвать фронт прежние масштабные сражения, какие выводы они делают? Использовали 3 миллиона снарядов, значит, надо было 6. Накопили 6, использовали, не получилось, значит, надо было 10. И все примерно то же самое. И то, что вот к чему мы подходим, это битва, которая считается крупнейшей во время Первой мировой войны, по меньшей мере, по числу задействованных участников. Потому что счет солдатам, которые принимают участие в сражении, идет уже на миллионы. Фантастические вообще звучат цифры. Названа вся эта операция по имени генерала Невеля, Робер Невель, французский. Потому что вот такой был у французов генерал-оптимист, который не просто где-то там в штабах рассуждал, а ходил и публично говорил, да просто надо сосредоточить максимальное количество солдат, орудий, у нас танки есть на одном участке фронта, бросить все это вперед, и тогда, конечно же, мы прорвем фронты. И здесь вот, ну тоже там надо напомнить на всякий случай, оптимизм был, казалось бы, даже не на пустом месте, ведь, например, мы уже тоже об этом говорили, Соединенные Штаты вступают в войну. Правда, происходит все это не очень быстро. Они уже объявили войну Германии, начинается подготовка, но это пока мобилизация, пока собрать солдат, пока их обучить. Странно, да? Не то, чтобы сразу бросить на фронт. Надо их подготовить, обучить. Потом их надо перевести через океан. Ну, в общем, есть серьезные трудности. После того, как война уже объявлена, проходят месяцы. Но вот Роберу Невелю не терпелось как-то по-своему. Потому что кроме того, что Америка уже должна вступить в войну, это тоже невероятное достижение в кои-то веки, теперь же единый командующий у Антанты на Западном фронте, мы же рассказывали, до того англичане на своем участке фронта сами по себе воюют, могут даже отказаться идти в атаку, мы не готовы. А если вы готовы, французам они говорят, ну вы идите, мы пока не можем. А тут вот единый командующий, все согласовано. Там английский генерал Хейк, которого тоже не очень-то, может быть, лишний раз похвалят, но тяжело вздохнув, смирившись со своей участью, ему все это было крайне неприятно. Сохранились воспоминания, как Хейк и Невель просто обзывались, припирались между собой. Невель еще имел такую любопытную деталь в биографии. У него мать англичанка. То есть он такой по отцу француз, по матери англичанка, как будто бы идеальный вариант для командующего. Но вот, ну, в общем, все не слава богу. Тут еще, кстати, раз я уж упомянул про Америку, которая должна была бы перевозить сотни тысяч солдат через океан, там же какая еще объективная трудность? Ведь немцы именно в 1917 году развернули неограниченную подводную войну. Именно весной 1917 года счет, ну, в тоннаже, да, как там, когда в сумме собирают тоннаж потопленных кораблей, шел на сотни тысяч этих вот тонн, когда немецкие подводные лодки казались вообще непобедимыми, незаметными, поделать ничего невозможно. Десятки кораблей в месяц идут на дно, а они же везут людей, везут боеприпасы. Снова обсуждается тема, надо что-то делать. Конвои не помогают. И здесь вот англичане проявили чудеса решимости. Большинство-то флота было британским. И они успевали с такой скоростью строить новые корабли, набирать новых моряков, что там уже у немецких подводников не хватало ресурсов, хотя те тоже с бешеной скоростью строили свои подводные лодки, но научились все-таки постепенно англичане с помощью конвоев как-то преодолевать эти вот волчьи стаи, их, правда, во время Второй мировой войны называли, но вот эти вот немецких подводников научились как-то, тем не менее, обезвреживать. Тут еще тоже напомним, на всякий случай, что подводные лодки-то погружались только перед атакой. А так они в основном находились в надводном положении. Это как будто бы они на время могли погрузиться, но сравнительно ненадолго. Живучесть, ну да, их правильнее было бы называть не подводными, а ныряющими. Ныряющие, да, подводные лодки. И тем не менее, к 17-му, весной 17-го года, еще раз повторюсь, максимальные успехи немецких подводников были. Ну так вот, и тоже еще одна важная подробность, что потом Невелю припоминали много раз, ведь немцы ожидали этого наступления. Ресурсы Германии, как казалось, в значительной степени уже исчерпаны. Там на территории уже, собственно, второго
получается, да, Рейха, проблемы с продовольствием, продукты по карточкам. Это, кстати, тоже вхождение по мукам, там упоминает один из немцев, а я ведь знаю, что такое голод, не понаслышке, уже там на территории, правда, Украины, как все актуально, да, опять пересекается, где можно было картошки, видите ли, вдоволь наесться. В Германии все не так, не хватает всего, спасает только вот эта вот удивительная немецкая дисциплина. Ну так вот, и немцы предприняли совершенно неожиданный тоже ход. Они выровняли линию фронта, ну как ее можно выровнять? Только отступив. Да, вот где-то были участки, где они вклинивались, где-то вот это в буквальном смысле. И были такие вот выступы. Немцы отступили, но заранее подготовили позиции, когда оборона на фронте состоит из нескольких линий, до четырех линий, каждая из которых превращена в непреодолимую, ну как... широченные ряды колючей проволоки, пулеметные гнезда, укрытые бронеколпаками, прорыты на большой глубине, особенно на высотах, где это позволяется, туннели просто вот под землей. Все пристрелено для артиллерии, которая размещена за несколько километров от первой линии. Ну, как можно идти, как можно атаковать, только если ты готов нести чудовищные жертвы. Ну, Невель в этом плане был оптимист, очень уверенно смотрел в завтрашний день. Ну, может быть, его тоже вдохновляло еще одно любопытное обстоятельство, скорее два даже обстоятельства, одно психологическое, потому что под давлением Соединенных Штатов Германии стали объявлять войну, там счет этим странам шел уже на десятки, например, все латиноамериканские. Ну, непосредственно не то, чтобы они могли как-то повлиять на эти события, но тем не менее, весь мир за нас. А с другой стороны, тоже американцы, очень любопытные для нас в 21 веке истории, угрожая санкциями, торговыми. Например, практически вынудили Швецию прекратить торговлю с Германией. Швеция – нейтральная страна. Поэтому, ну что, что-то такого, продаем железо, медь, например. Это Германия очень остро нуждается в этих ресурсах, Швеции выгодно. Но здесь вот под давлением Соединенных Штатов Швеция вынуждена идти на такие государственные как будто бы убытки, но прекращать эту торговлю по Балтийскому морю с Германией. Ну все это тоже, может быть, по-своему Невеля вдохновляло. И вот он и придумал провести крупную, мощную наступательную операцию весной 1917 года. Как бы его там ни отговаривали, ничего на него не действовало, он считал, что правильно, сейчас будет потеплее, весна, чего ждать, сколько мы все это уже терпим. Хотя, говорит, там все очевидно. Дождище, ветрище, потом весна, это значит, ночью могут быть заморозки, днем все это превращается в слякоть. Поля Фландрии – это вообще такое уже... такое же отрицательное понятие, когда это жуткая топь, непролазная, когда невозможно ни согреться, ни подсушить ничего, а уж идешь в атаку, у тебя там все это в грязи просто тонет. Но, тем не менее, тут тоже, наверное, тогда надо поподробнее рассказать про человека, именем которого, собственно, крупнейшая по числу участников битвы Первой мировой войны и названа, битва Невеля. Это такое официальное название, а не официальная мясорубка, которую Невель устроил. Так вот, он же начинал, по-моему, только полковника войну, но очень быстро продвигался по карьерной лестнице, решительный, самостоятельный. И когда вот тоже эта битва за Верден, про которую мы, да, говорили, Верденская мясорубка, жуткие все вот эти вот потери, но он там, например, с минимальными потерями смог отбить у немцев захваченные форты, все, сразу звезда, сразу прославился, решительный, самостоятельный, принимает решение. И здесь вот тоже для нас в 21 веке удивительная история, а откуда берутся вообще командующие французские? Когда-то был Жофор, но вот он уже Жофор не тот, он, правда, тоже решительный, надо его кем-то менять. Выборы же проходят, там же уходят в отставку одни кабинеты министров, формируются другие кабинеты министров, премьер-министры меняются, президенты, французская же республика. Все это нам кажется невероятным, а все это в ходе войны, как ни в чем не бывало, независимая пресса, хоть там и цензура, которая одних генералов ругает, других восхваляет. И здесь вот просто пришел звездный час для Невеля, когда вот он с этим своим оптимизмом, он просто всем желающим рассказывал, это если бы я был главнокомандующим, я бы за 48 часов все решил. 48 часов и... хочется процитировать Дюрюмара, да, золотой ключик наш. Ну и фронт будет прорван. А там был премьер-министром человек, который ему
доверился, проникся вот этими всеми оптимистическими идеями, добился, чтобы был назначен главнокомандующим французской армии именно Нивель, были доверены ему все возможные ресурсы. Правда, премьер-министр успел до этого уже уйти в отставку, потому что, опять-таки, сразу возникает масса вопросов, как все это будет осуществляться. И там, например, такой болезненный вопрос прозвучал. Ну, хорошо, а если за 48 часов фронт будет не прорван, тогда что? Тогда надо прекращать операцию или как? И вот с Нивеля как будто бы взяли это устное обещание. Ну, если за 48 часов не получится, ладно, будем как-то приостанавливаться. Тоже сыграл свою зловещую роль, потому что фронт прорвать не удалось. А у Нивеля до сих пор можно найти защитников, которые квалифицированно объясняют, что вот еще бы чуть-чуть, вот еще бы вот немножечко, и тогда бы точно прорвали. Вечная история, что вот не хватило просто вот солдат в топку войны, да, там на погибель, еще бросить еще там сколько-то, страшно сказать, человек, но ресурсы были в распоряжении Нивеля просто фантастические. Сейчас даже страшно представить, до сих пор, кстати, должны впечатлять. Было накоплено для прорыва фронта, ну там на всех участках фронта, но в сумме, у французов было в распоряжении, у Антанты вместе с англичанами, 33 миллиона снарядов. Это фантастическая вообще величина, потому что у немцев на фронте всего примерно там 2 миллиона 700 тысяч человек, то есть на каждого немца больше, чем 10 снарядов уже приходится. Уже там не пулями можно воевать, да, а снарядами, причем 10 к 1 в сравнении с солдатами. У французов вместе с англичанами еще и колоссальный перевес в численности личного состава. У них там, во Франции, соответственно, 4,5 миллиона человек. В основном французы, во вторую очередь англичане, но есть еще и дополнительные подразделения, немножко бельгийцев, есть там португальцы, еще какие-то добровольцы приезжают. И у них есть еще и перевес в орудии. У них 17 тысяч орудий, у немцев 11 тысяч орудий. У Антанты есть еще и танки. А мы же рассказывали, какой они произвели фурор, да, чудо не произошло, быстро застревают. Но поначалу, когда вот железные эти громадины идут в атаку, особенно вот эти английские, которые в виде ромба, по-моему, до сих пор у военных принято на схемах, когда они чертят, да, там схемы современных сражений, танки обозначать ромбиком. Вот с той как будто бы эпохи и пошло это. У них сотни танков, уже частично модернизированных, они еще не отличаются от современных, там не было сверху башни с орудием, и главное вообще поначалу была задача просто прокатиться по рядам колючей проволоки, чтобы солдаты дальше могли идти в атаку, а не застревать в них. Ну так вот, поэтому, казалось бы, все в наших руках, только вот надо решительный порыв, еще хорошо бы, чтобы внезапность была, и тут вот все пошло не слава богу. Для Нивеля, и ладно бы для Нивеля, для сотен тысяч солдат, которые находились в его подчинении. Потому что, как я уже говорил, он же всем охотно рассказывал про свой план. Главное сосредоточить в одном месте максимальное количество ресурсов, и тогда фронт будет вот прорван не просто числом, неисчислимостью наших солдат, орудий и танков. И всем было про это известно, в том числе и немцам соответственно. А если даже еще они сомневались, на каком именно участке фронта Нивель будет готовить свой прорыв, ну там я уже рассказывал, авиаразведка творила чудеса, все видно, сверху все видно, где кто идет этими колоннами, так еще и немцы смогли захватить человека с подробным описанием схем, карт, как что будет происходить, в том числе одно из важнейших условий, что англичане на своем участке фронта создадут поначалу видимость, что это главный удар, но удар будет отвлекающий, это арас, соответственно. А вот главный удар нанесут французы на своем участке фронта. Ну и все это немцы знают, готовятся. Ну и дальше начинается то, что объективно справедливо называется мясорубкой. Причем не Верденской по названию, да, этой крепости, а именно честь печальная, да, такая слава Нивеля, Нивельская мясорубка, ну там Нивельский мясник, как ему потом приписывали. Французы сосредоточили колоссальное количество солдат и орудий на узком участке фронта. Казалось бы, все правильно. Только, ну вот как вот назначена дата, например, да, атаки, все хорошо. Но именно накануне пошел какой-нибудь ливень, потом мокрый снег, все превратилось в топь, самолеты не могут взлетать, чтобы корректировать огонь или разведывать, что там происходит, солдаты не могут вообще идти, все отсырело. Как подготовиться? А у тебя все назначено.
да, например, на эту дату. Потому что англичане свою-то часть этого плана выполнили. 9 апреля они пошли в атаку именно в районе Арраса. У них было задействовано в своей атаке около 60 танков, отличающихся от французских. Все несчастье, дожди, все забуксовало-то. Они прорвали первую линию обороны, вклинились вроде бы во вторую. То есть, может быть, там бы и произошел прорыв, хоть это было вспомогательное направление, но немецкая оборона, немцы успевают подбрасывать резервы, потом вообще все это безумие, идти в атаку, я уже много раз повторял, это погибель. То есть вот первые волны, там волнами они идут, соответственно, все вроде бы уже обучено, тренировано, но гибнут тысячи людей просто сразу. Просто вот мгновенно. Немецкие пулеметчики, всех их расстреливают, кто-то чудо, может быть, добегает, но соотношение потерь чудовищное получается. И, в общем, буксует это английское наступление. А Невель же не знает, что немцы вообще в курсе. Он думает, что сейчас немцы туда, соответственно, стягивают свои резервы, а я-то вот сейчас у себя смогу осуществить главный прорыв. Но ничего не получается, потому что к тому дню, на которое было назначено французское наступление, как я уже сказал, погодные условия и готовность, то есть проведен масштабный, фантастический артиллерийский обстрел немецких позиций. Но выясняется, когда солдаты пытаются подниматься в атаку, что пулеметные точки не подавлены. Все, на что было рассчитано, просто перемолоть вот эти вот немецкие рубежи, превратить там все в пепелище, да, чтобы там вообще ни одной живой души не осталось. А вот пулеметчики опять открывают. Значит, артиллеристы не попадают. Значит, бронеколпаки не пробиваются. Но там же надо переносить, соответственно, огонь дальнобойной артиллерии дальше, чтобы и вторую линию обороны разрушать. Но если нет корректировщиков, где она там, ее не видно, да, размещена, через 3 километра или через 4, нужно же точно попадать. То есть можно бомбить все масштабно, но не задевать основную линию обороны. А потом французы не всегда догадывались, что есть еще и третья, а потом еще и четвертая линия. Все это было названо линией Гинденбурга, как я уже говорил, по имени командующего. Разбита она была на секторы, названные героями всяких древнегерманских эпосов, типа линии Зигфрида, но которая считалась главной. Ну, в общем, ничего не помогло. Французам получилось. Вот этот многодневный артобстрел только, во-первых, немцы поняли, где будет направление главного удара, а потом он не достиг цели. Еще раз попробовали французы провести мощнейшую артподготовку. Ну и опять с тем же самым получилось. Очень скромным результатом, потому что дальше, это 16 апреля, все-таки начались уже масштабные атаки. Десятки тысяч французов по приказу своего командира поднимают из окопов, бегут вперед, и там их встречает плотный пулеметный огонь. Немцы, опять еще раз повторюсь, подготовившись, разместили максимально плотно пулеметные гнезда. Более того, просто солдаты рядовые из окопов-то были выведены для того, чтобы уменьшить среди них потери. На вторую, на третью линии были оставлены только пулеметчики. И даже там, где французам удалось вклиниться чудом каким-то, с помощью чудовищных потерь, прорвать полноценно линию фронта не получилось. Были задействованы у французов больше сотни танков своих. И тоже все несчастье. Они, мало того, что тихоходные, ненадежные, быстро застревают, так еще такие уже нелепые ошибки. Для того, чтобы увеличить запас хода этих танков, там же с бешеной скоростью сжирается в тех еще двигателях, да, с тем еще КПД горючее, чтобы побольше они могли пройти, бака не хватает, так давайте привесим снаружи танка, соответственно, канистры с топливом-то, чтобы потом по мере необходимости их там добавлять в бак в основной. Ну а что получается? Танк идет в атаку, обвешанный, условно говоря, этими канистрами, любое попадание, все это просто превращается в пылающий факел. Заживо сгорают внутри танкисты. В общем, и с этим ничего не получилось. С танками тоже французы потеряли практически все свои танки. Там 10 к 1, соответственно, было соотношение по числу танков, которые остались на поле боя, застряв. Их немецкие уже артиллеристы могли расстреливать прямой наводкой из орудий легкой артиллерии. И только вот 10% смогли как-то своим ходом еще потом отступить. Тоже как будто бы ничего не получается. И здесь вот несколько дней. Где-то французы прорвались, а там дальше вторая линия обороны. Все надо начинать сначала. Ничего не получается. Счет идет
уже на сотни тысяч раненых, убитых. Но там пленных было не очень много, скорее там у немцев были пленные. И здесь вот этот фактор сработал, про который я тоже уже упомянул, что если за 48 часов фронт не прорван, то что ж тогда, надо, значит, прекращать эти атаки, значит, опять мы не добились поставленной цели, просто немцы перемалывают французскую армию, то вот чего они хотели достигнуть в Вердене, да, здесь им французы сами устроили, спасибо, с помощью Нивеля в районе в основном Реймса. Ну, там, еще раз повторюсь, что у Нивеля-то были свои защитники, да еще там бы, еще бросали бы вперед резервы, у французов хватало, в принципе, солдат, и тут бы уж как-нибудь фронт бы, да и прорвали. И в 17 году, а не в 18-м. Но потери в Крачевках, буквально вот там счет шел на неделе, уже исчислялись сотнями тысяч у Антанты, больше 300 тысяч солдат в одночасье исчезли. Большая часть, соответственно, там раненых, но и погибших больше 100 тысяч. А у немцев тоже очень большие потери, но 2-3 раза меньше. Несмотря на то, что там даже удалось захватить пленных, около 20 тысяч плен немецких солдат, но чудо не произошло. Фронт не прорван. Нивель-то оптимистично смотрит вперед. Так, дайте мне еще время. Нет, я еще готов. Надо просто атаки продолжить, и все, снаряды есть, подготовились. Просто оказывается по недоразумению, что наша, например, дальнобойная артиллерия не так быстро перемещается, как мы думали. На это больше времени уходит, чтобы сменить позицию. Ну, потому что продвинулись вперед, да, там, на 3 километра. Это вообще достижение невероятное по меркам Первой мировой войны. Ну, надо, соответственно, и гаубичную артиллерию подтянуть на эти 3 километра. А там все раскисло, все, как я уже сказал, идут дожди там проливные без конца. Все в каше, орудия с места не сдвинуть. Многотонная. Ну ничего, сейчас подсохнет все. Ну что, в принципе, предлагали. И вы говорили, давайте подождем, пока эти поля на севере Франции после вот весенней распутицы подсохнут, и тогда начнем атаки. Нет, не будем ждать. Он на Невеле, может, еще действовал, нервировал его ситуация с Россией. То есть там же, у нас же до сих пор уже февральская революция. Главнокомандующий, правда, генерал Алексеев, теперь фактически, а не условный, как был при Николае II, он вообще наотрез отказался даже обсуждать возможности вспомогательных ударов, что тоже там припоминали. Получается, что немцы, например, спокойно могут спать с Восточного фронта дивизии, и после того, как они фронт распрямили, там тоже у них высвободилось до 17 дивизий, это достаточно серьезные резервы, которыми можно пользоваться. Я уже говорил, у немцев потрясающая логистика, они там за трое суток могут перебрасывать за тысячи километров солдат с одного фронта на другой и достаточно быстро бросать их в бой. И здесь вот получается, что на союзников в России никакой надежды. Но здесь вмешивается уже, видите ли, и французское правительство. Ну, Аристид Бриан, про которого я говорил, это премьер-министр еще раньше ушел в отставку. И здесь под давлением правительства вынужден прекратить сначала атаки Нивель, а потом вообще пришлось его задвинуть. Потому что это катастрофа. Все, что он устроил, солдат сотен тысяч нет, снарядов нет, а даже на тех участках, где вроде бы вклинились, в итоге в некоторых случаях проще вернуться назад на свои собственные подготовленные оборонительные позиции, чем все начинать сначала, окапываться, потому что ты хоть и оказался в немецких окопах, но они же нацелены против тебя, там все надо переделывать. Ну и главное, что там после Нивель-то ушел в отставку, причем как? Никакого суда, он же никакого преступления не совершил, просто не получилось. Просто вот этот вот генеральский авантюризм привел к гибели сотен тысяч солдат, а так-то, ну что, он же как лучше хотел. Ну вот какая-то вот, видите ли, незадача, потому что в итоге его отправили служить в подразделении Северной Африки, но из Франции, из Западного фронта его убрали. Ну и здесь вот там защитники Нивеля иногда упоминают, что... Ну, все было на стороне немцев, и погода. Так еще и, как назло, немецкие асы творили чудеса. Потому что они в короткий срок, это тоже вот в английской же истории, апрель 1917 года называется кровавым. Кровавый апрель. Почему? Потому что в короткий срок англичане потеряли почти 300 самолетов и больше 300 летчиков. Ну, не только убитыми, там еще значительная часть оказалась в плену у немцев, а немцы за то же время потеряли только 60 своих самолетов, там знаменитые асы немецкие, типа Красного Барона, Геринг,
был тогда не такой толстый, как мы привыкли его видеть в пропагандистских фильмах или на карикатурах, и в жизни. Конечно, он там уже серьезно страдал ожирением во время Второй мировой войны. А в Первую мировую войну это популярный офицер, ас, летчик, много сбитых самолетов на его счету. И здесь вот, соответственно, это же тоже все отражается. Несмотря на то, что англичане регулярно все равно, и французы там тоже, отправляли самолеты на авиаразведку. Но это было главное. Да? Корректировать огонь. Но просто потери такие колоссальные, что это тоже все отражается, соответственно, и на действиях сухопутной армии. И получается ничего. И дальше происходит страшное. Потому что Максим, давайте неподчинение и неповиновение приходит его французской армии. Попрошу вас остановиться здесь. Потому что мы все время стараемся сохранять драматизм во время наших перерывов. И вот тут вот прям как нельзя лучше подходит момент для того, чтобы мы буквально на минуту прервались и продолжили ровно вот с этого самого момента. Я напомню, что петербургский историк Максим Кузахметов в программе «Все так» рассказывает о событиях Первой мировой войны. Так получается, что сегодня именно об этих событиях. Я Марк Нуждин. И через минуту мы вернемся и продолжим. Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин. Продолжаем разговор о событиях Первой мировой войны на Западном фронте. И я еще раз хочу вернуться к обязательному моменту, о котором невозможно не говорить, о котором хочется напоминать вам снова и снова. У нас эта программа выходит как на сайте echofm.online, так и на канале «Ищем выход», и в онлайн-приложении проекта «Эхо» на Android, для Apple все работает. Как помочь нам, ищите в описании, обязательно выполняйте то, что там написано, потому что именно от этого зависит, будет наша программа выходить дальше, и дойдем мы до конца дома Романовых все-таки. Ну, другого варианта я даже не рассматриваю. И давайте продолжим. Я единственное, что еще только про Невеля хочу сказать. Знаете, тоже два слова примкну к его защитникам по одной простой причине. Здесь ведь на него еще давило, вот кроме желания как-то переломить ситуацию, на него очень давила ситуация в России, о чем вы упомянули. И ситуация с американцами на него тоже давила. В каком смысле? Российский союзник может оказаться ненадежным. Он видит, что там что-то такое происходит. А с другой стороны, его очень подпирало то, что да, сейчас американские дивизии придут, и если что-то не получится, исправить ситуацию. Вот поэтому... Но двойственно там давало с американцами. С одной стороны, тщеславие, не хочется ни с кем делить лавры победы. А с другой стороны, да ничего страшного не случится, что там откладывать. И есть тоже вот, чтобы, ну не то чтобы оправдание, еще пояснить, почему мы так подробно рассказываем именно сейчас о событиях на Западном фронте. Существует достаточно распространенное убеждение, что если бы тогда, весной 1917 года, или потерпев немного, там, может быть, летом, вот это французское наступление, англо-французское наступление, наступление Антанты завершилось бы, может быть, каким-то локальным успехом, все это вынудило бы и немцев снимать дивизии с Восточного фронта, а может быть, удалось бы вывести Германию на год раньше из войны, соответственно, рухнул бы Рейх, и Россия была бы спасена от всех этих жутких событий Октябрьской же революции, до которой мы добираемся, потому что, может быть, солдаты бы бросили фронт, но ничего страшного бы не произошло. Потому что Германия была бы там тоже парализована, признала бы там поражение, капитуляцию, все, что было впереди, просто чтобы это все случилось пораньше. Ну так вот, но случилось страшное в том числе и во французской армии, потому что именно в процессе вот этой вот операции Невеля, мясорубки, да, то, что он устроил для своих солдат, в основном получается для французских, начались бунты и мятежи, началось открытое неповиновение солдат приказом командира. Солдаты отдельных подразделений, а потом и целых полков не хотят идти в атаку. Потому что все это на погибель. Это все на смерть. Просто на верную идти.
Вы, генерал, нас все бросаете в топку войны, сами не ходите, мы же видим, что все это бессмысленно. Вот атаки шли и шли, и что, чего мы достигли? Вот убиты мои товарищи, убиты мои земляки, теперь я пойду туда на погибель. Зачем? Видно же, что все это бессмысленно. Здесь, правда, радикальное отличие, потому что это для французов неслыханно. Как же так? Мы потомки славных деяний наших предков галлов, великих полководцев, еще там до Наполеона у них много знаменитых людей, типа там Чурена, например, да? Но так еще и в 19 веке какие были славные победы, забываются быстро всякие унизительные поражения. И здесь вдруг происходит невероятное, то, с чем раньше с таким вот массовым неповиновением не сталкивались, причем это же вроде 20 век, тут-то все сознательны, тут понимаем, это же на нашей земле идет война, мы же не где-то там вдали, в колониях, непонятно за что, кровь проливаем, это же за родину все происходит. И тем не менее неповиновение распространяется дальше. Не просто не пойдем в атаку, часть подразделений, например, отказывается вообще идти вперед, потому что там же ротация, сменяемость, да, эти подразделения, которые потеряли до половины личного состава, измученные, но даже если нет боев, все равно посиди, попробуй, да, неделю в окопе, как я мечтаю, чтобы вот нынешние вот эти вот наши правители провели неделю в окопах, в сырости, в грязи, представили. У нас же это безумная вообще история, что никто из них не служил, никто из них ничего не представляет о реальной службе, а даже те офицеры, которые говорят, ну мы же в военном училище что-то там когда-то бывали в роли, будучи курсантами, мы были таким полусолдатами, именно полусолдатами. Нет вот солдатов среди этих командиров, кто бы представлял себе реальное положение вещей, когда вот ты, подчиненный чистой погоны, да, как вот я когда служил, все это называлось, твою вот эту вот солдатскую жизнь никчемную. Ну так вот, а те французские солдаты даже не хотят идти на ротацию. Нет, вы там наших товарищей забираете с передней линии из этой мясорубки, но мы не пойдем вперед. Нам и здесь хорошо, пока же немцы не атакуют, вот будут атаковать, тогда и поговорим, тогда и посмотрим. Ну, всегда находятся какие-то зачинщики. И, может быть, и с этим бы удалось как-то справиться, потому что дезертирство начинает расти. Это не приобрело во Франции, конечно, таких страшных масштабов, как в России, но все равно неожиданно до того, как мы говорили, например, еще в 2014 году, поток добровольцев, ну, я даже показывал, да, вот эти пропагандистские иллюстрации, когда иди на фронт, а тебя там парижская кокотка ждет с нетерпением. Война же короткая будет, буквально там несколько месяцев, и все вернемся с победами. Ничего этого не получилось. Так вот, начинаются и в тылу забастовки, и они, ну, французские сознательные пролетарии знают, что в России, вот, например, уже революция. Правда, во Франции давным-давно нету монарха, там же республика, но тем не менее у власти буржуазия, а когда-то была парижская коммуна, а когда-то и мы могли царство труда и справедливости построить. Это потому что все буржуазии выгодны, вот эти вот войны империалистические. А мы-то за что воюем? Начинаются беспорядки, соответственно, внутри, ну, беспорядки, наверное, громко, забастовки. Все достаточно цивилизованно, тоже все связано. Во-первых, это протест против, что буквально в нашем случае, мобилизации. Надо же без конца призывать людей в армию новых. А во-вторых, если забастовки распространятся на военные заводы, это значит нехватка оружие, оружие, снаряжение. Там, кстати, появились у французов именно у первых тоже очень важные новые средства вооружений. Например, легкие пулеметы, потому что те пулеметы, с которыми начинали войну, его же так просто не утащишь. Вот когда мы видим там в фильмах на колесиках, да, катить, это там 50 килограмм, а в сумме там до 70 килограмм. А здесь вот появились пулеметы французские, например, системы Шоша, которые там 10-15, но уже можно как-то унести, да, побыстрее там с ним передвигаться. Потом появились мини-мортиры, ну, то, что сейчас минометы называют, чтобы не просто гранаты кидать, а в окоп с помощью навесного огня, там, где враг, вот мы видим, как туда попадешь, гранаты вроде бы не добросить, если 100 метров, а с помощью миномета вот этих там попрятавшихся немцев уже как будто бы достать можно, особенно когда все это видно с помощью еще специальной оптики. В общем, все это у французов есть, но вот подорван моральный дух, начинается это активное сопротивление. Правда, очень тоже все отличается от России, потому что за время этих бунтов, которые потрясли Францию, до сих пор все можно это в учебниках французских найти, какой это был шок, как такое могло произойти. Ни одного офицера не растерзали, не убили, не пристрелили. Все это радикально отличается от ситуации в российской армии, где, как мы рассказывали, февральская революция началась печально не просто с повиновения, да,
гвардейского, ну, полугвардейского, Волынского полка, а с убийства своих командиров, полкового командира, потом, что началось во флоте, тоже жуткая, страшная история. Здесь, тем не менее, до такой вот степени, чтобы вот там начали убивать подряд своих собственных офицеров, дело не дошло. Сместили, как я уже сказал, Нивеля, отправили там служить в колонии, и был назначен новый командующий, это тоже своеобразно знаменитый Филипп Андрей Петен, потому что ему как будто бы достались все лавры победителя, как это часто нам рассказывают, потому что в 20-е годы практически в любом французском доме, в любой французской квартире на стене обязательно был портрет Анри Петена, нашего спасителя, нашего победителя, нашего героя. Все бы ничего, если бы во время Второй мировой войны не он оказался во главе фашистского этого, да, коллаборационного правительства, здоровался с Гитлером, а потом еще дожил, вот что значит долгожитель, да, до 90 лет, дожил до суда над самим собой, просто Деголь его помиловал, и в итоге он умер от старости, но в заключении, как предатель и позор французского народа. Но это все еще у Петена впереди, а сейчас он становится командующим, но вот тут он как раз проявил себя как не просто решительный полководец, еще раз повторюсь, гениальных полководцев и генералов в Первой мировой войне, ну, не было вообще практически. Были там, может быть, зашла звезда тех российских генералов, которые потом стали знамениты уже командующим Белой армией, но очень поздно, просто все они оказались на высших постах, уже ничего от них не зависело. Начинали-то мы, ну, как мы рассказывали, во главе армии стоял Романов Николай Николаевич, тоже, может быть, не худший командир, но не способный. Да, а потом, когда уже могли бы, например, возглавить армию Деникин или Юденич, поздно просто было. Ну так вот, Анри Петен стал предпринимать жесточайшие меры очень быстро. Просто вот везде, где какой-то малейший очаг, там бунт зреет, туда надежные части, жандармерия так называлась, разогнать, разоружить, найти зачинщиков, очень быстро принимаются решения о том, что вводят, соответственно, военно-полевые суды за неподчинение командиру, может быть, и расстрел. Это очень все жестко, беспощадно, но это все сработало. Никакого приказа номер один, который был принят в российской армии, не последовало. То есть вот разрушение дисциплины такой вот формальный, из-за чего мы рассказывали, в том числе ушел военный министр Временного правительства, да, потому что он отказался подписывать эти законы, разрушающие армию и другие генералы, ну, о том, что солдат тоже человек, это правда, да. Но, тем не менее, единоначалие невозможно отменять, чтобы солдат там отказывался подчиняться приказам. Особенно, когда все это на линии фронта, когда вот надо воевать, какие бы ни были бездарные командиры, это не значит, что солдат должен сам себе командира, соответственно, выбирать. Хоть я и был солдатом, но тут я вступлюсь за дисциплину. Ну так вот, и здесь Петен беспощадно и жестко начинает все это пресекать. Там счет людям, которые так или иначе были наказаны, пошел на тысячи. Там, по-моему, около 20 тысяч, ну, в основном, получается, солдат или унтер-офицеров, в сумме были так или иначе приговорены каким-то сроком наказания. Почти 5 тысяч человек были приговорены к расстрелу. Другое дело, что это, конечно, не сталинская система и не сталинская мясорубка, когда приговор выносится в день вынесения, исполняется, да, в день вынесения, потому что можно подать апелляцию, соответственно, потом это же все вынесли, там, смертный приговор, потом тебя же может и твой, ну, если не полковой, там, дивизионный командир помиловать, отправить там в тюрьму или на каторгу. Все-таки во Франции другое отношение к человеческой жизни, потому что счет именно расстрелянным, казненным идет, там, причем до сих пор даже спорят, кого за что расстреляли, не более 400 человек, ну, может, там, чуть больше. Хотя, еще раз повторюсь, приговорено было к расстрелу 5 тысяч человек, но, тем не менее, своеобразный там гуманизм. Более того, к 25-му году даже распоследние из них, ну, кто оставался живых, все были амнистированы. Даже те, кто вот открыто не повиновался, бунтовал, бросал фронт, предатель, но тем не менее еще прошло несколько лет, и все они оказались на свободе. В общем, Петен смог справиться с этими бунтами, смог погасить вот этими вот жесткими, достаточно решительными мерами, но тоже тут надо отдать должное французам, там уже новое правительство, потому что не только вот этой вот жестокостью, да, удалось стабилизировать положение, а в том числе и пойти на какие-то уступки.
Ну, например, какие? Что да, солдат тоже человек, а значит, он имеет право на отпуск. Да, вот нужно это как-то регламентировать, чтобы, несмотря ни на что, он там, например, раз в полгода на неделю мог поехать к своей семье. Во время войны даже, да, неслыханное дело. Я вот 2 года служил, никакого отпуска. Никуда меня там из советской армии не отпустили, вообще было не предусмотрено. Это должно было произойти, чтобы солдаты отпустили в отпуск. Вот еще. Причем никакой войны же не велось. Так вот, французской армии с отпусками стало все получше. Потом решили все-таки демобилизовать, конечно же, людей, которые старших возрастов, как это называется. Тоже забавно, да, вот сейчас, когда мы смотрим, что это печальная история, с частичной мобилизацией берут больных, стареньких, каких угодно, лишь бы запихнуть, отчитаться. Мы свои 100 человек набрали. Так вот, во Франции все-таки не до такой степени все это безумие. Ну и главное, может быть, что как-то успокоило вот эти французские массы солдатские, было дано обещание, и оно было выполнено, не проводить никаких наступательных операций, а понятно, что самая погибель – это когда пехотные атаки на колючую проволоку и пулеметы. Так вот, приостановить любую вот эту вот активность наступательную до тех пор, пока не прибудут сотни тысяч американских солдат. Американцы, конечно, здорово на все это повлияли, в том числе и психологически, потому что молодые, жизнерадостные, не воевали, ничего не знают, а когда тебе 19-20 лет, ты же по-другому все это воспринимаешь, едешь с оптимизмом, что-то там у этих не получается, французишек, англичанишек, но мы-то бравые ковбои, просто сейчас покажем, как надо воевать. Смело, решительно сел на коня, поскакал там, всех на место там поставил, меткая стрельба, запустил там свое лассо. Тоже была жесточайшая расплата, которая еще впереди. Но вот такой вот идеологический, психологический подъем американцы, конечно, привнесли, встречали их там невероятным оптимизмом. Но и здесь, вот подходя к концу, важное тоже, важный эпизод всех этих событий, о котором мы, конечно же, обязательно упомянем, потому что, ведь как мы рассказывали, на Западном фронте действовал русский корпус, в котором было на том этапе больше 20 тысяч русских солдат, ну, попрекнут нас, может быть, что там наверняка оказался кто-нибудь и не совсем русский, но солдат из Российской империи, в основном, конечно же, русских, которые тоже понесли огромные потери в ходе Невельской этой операции. Около 5000 человек было ранено или убито. Они тоже принимали непосредственное участие во всех этих сражениях, во этих событиях, в основном там в апреле 1917 года. И, конечно же, там тоже вспыхнул бунт, который как раз-таки по российской традиции быстро стал, ну, если не бессмысленным, то беспощадным. Там-то не просто неповиновение, а сопротивление вооруженным, потому что, ну, я уже сказал, Петента не церемонился, он вот, это все лагерь Лакуртин, где были в основном сосредоточены российские солдаты, окружил его надежными частями, жандармерией и подавлял этот мятеж не просто увещеваниями и переговорами, а в том числе с помощью артиллерии. То есть вот по этим российским солдатам, ну, что до сих пор, конечно же, припоминают, наших солдат использовали эти проклятые французы, как пушечное мясо, своих-то берегли. А вот когда попробовали возразить, тут-то их стали расстреливать из артиллерийских орудий. А у русских солдат артиллерии нет. Там потому что счет погибшим пошел уже именно не на фронте, а вне фронта на сотни солдат. Но тоже надо пояснить, потому что российские солдаты, зная о том, что происходит в России, достаточно быстро сформировали совет свой солдатских, хотим избирать себе командиров, как это, например, у нас на родине было. Ну и еще почему нам все это любопытно, кроме того, что там повторилось все, соответственно, и как с бунтовщиками французскими, там зачинщики были обнаружены, вычислены, расстреляны, кто-то отправлен в тюрьму, но значительную часть солдат все-таки потом не сразу отправили обратно в Россию, в том числе и за их бесполезностью. Ну так вот, а там оказался еще среди младших офицеров, он тогда был в чине прапорщика, а прапорщик тогда был офицерским названием Николай Гумилев, знаменитый поэт, которого, правда, в скорости по сфабрикованному делу, это вот чуть больше, чем 100 лет назад, большевики, пришедшие к власти в России, расстреляли. Гумилев вернулся в Россию, ну, напомню, на всякий случай, да, и знаменитый поэт, знаменитая супруга Анна Ахматова и сын Лев Гумилев.
И все это нам, петербуржцам, особенно дорого. Все они в значительной степени петербуржцы, но Лев Гумилев-то уж точно. И нам с вами, историкам, тоже этот человек очень дорог, как автор одной из очень известных популярных гипотез, да, сионарности. Соответственно, ну, в общем, Николай Гумилев оказался в гуще событий, успел там оставить свои воспоминания, все это застать, его вот летучая натура искала себе применение, вот он там-то и оказался. Ну и сейчас, когда мы вот перейдем к иллюстрациям, вот Гумилев нам, соответственно, и пригодится. Ну, то есть мы завершаем, соответственно, сегодня повествование на том, что попытка масштабного наступления на Западном фронте в очередной раз провалилась, крупнейшее сражение по числу задействованных солдат закончилось для Франции практически катастрофой и бунтом, такого, как в России, все-таки не произошло. Все-таки страна демократическая, проблемы озвучивались, командиры не только проявили решительность, а готовы были идти, в том числе верховные командиры, на определенные компромиссы с солдатами, обещания свои могли сдержать, потому что там солдаты точно так же вообще-то говорили, можно даже напомнить, а нам нужен мир без аннексии и контрибуции. Но тут было что сказать французским солдатам, потому что мы же воюем с Германией не просто так, за капиталистические интересы, а потому что должны вернуть себе свою исконную нашу землю Эльзас и Лотарингию. Это все тоже действовало как-то, пропагандисты там были не такие уж и туповаты, не только лозунгами, а в том числе, там остались тоже любопытные воспоминания, когда идет дискуссия с этими взбунтовавшимися солдатами, и как-то можно их повергнуть, чтобы зародилось какое-то сомнение, все-таки можно ли так бунтовать, да, ты там сбежишь, но из-за этого погибнет еще 10 французов, хорошо ли это, но это как-то действовало, фронт не рассыпался, французы все не разбежались, удержали, но провалилось вот это вот наступление, немецкий фронт был не прорван, и это, соответственно, не погубило Германию, а значит, довело, правда, уже через год до капитуляции Российскую империю. Но это мы будем дальше рассказывать, все это будет впереди. Да, ну фактически до краха довело. Давайте посмотрим на картинки. У нас первый Радко Дмитриев. Ну, мы так, получается, и идем по тексту нашей передачи, да, он у нас вспоминался в начале. И ну, вот, в самом начале, получается, это последний российский генерал, который еще при царской власти попробовал провести наступление, закончилось оно относительно неудачей, но, правда, и у него тоже есть свои защитники, которые говорят, ну как неудачи, немножечко вперед продвинулись, немцев встряхнули, придумали новые методы, которые потом взяли на вооружение наши союзники по Антанте, как именно надо атаковать, не надо бояться зимой, а вот фактор внезапности, какую важную роль играет, там же секретность удалось сохранить, просто ничего не получилось, солдаты тоже не повиновались, но тем не менее Радко Дмитриев, уважаемый человек, это русский все виноват, который не помог ему резервами, а то неизвестно, как бы все сложилось, и Ригу, несмотря на то, что в итоге-то потеряли, но на несколько месяцев еще она оставалась под контролем. Да, и русского-то подозревают в том, что он побоялся просто роста влияния подчиненного, который под него подкопает. Ну, в общем, все вот эти вот традиционные интриганские. Классическая история, да, что это Рузский, который вот, соответственно, следующий, да, персонаж, все он ревниво к этому отнесся. Я все-таки командующий фронтом, ну и что? А я считаю, что хватит, провели какие-то атаки, надо солдат поберечь, у каждого своя правда. А еще, как я уже рассказал сегодня, оба закончили одновременно. Их большевики расстреляли, захватив и Радко Дмитриева, и Рузского. Буквально через год большевики расстреляли как заложников. Всего этого ужаса, конечно же, в армиях Антанты не было. Все, до да, чего вот дожили царские генералы. Да, но тоже он же герой Львова. Это же он известный был на том этапе генерал. Ну, Лемберг. Львов, да, Галиция, победное наступление. На обложке военных и других журналов его узнаваемое лицо было. И вот этот человек тоже вот наступление не поддержал, провалил, потом еще оказался расстрелян. Все это произошло достаточно в короткий промежуток времени. Ну, мало, да, утешить русского на небесах тем, что эпитет дожил до такого позорища через 20 лет после Первой мировой войны, что никому не пожелаешь. Ну, то, что мы сегодня уже рассказывали. Но все да, это еще ну, немножко впереди. И давайте теперь посмотрим на французского коллегу. Так получается, ну, по не очень счастливой судьбе, это Робер, да, на французский род, ведь он Робер, Невель. Роберт, да, ну, Робер, да, соответственно, Невель, да, который вот мог стать героем Франции, который был главнокомандующим
но очень короткий период времени, потому что 33 миллиона снарядов и 4,5 миллиона подчиненных, из которых половина была задействована так или иначе, в наступлении ему ничем не пригодились, все это обернулось жуткими потерями, с бессмысленным в очередной раз результатом. Но Нивели никто не расстрелял, до позора никакого он серьезного не дожил. Он в 20-е годы умер, по-моему, в 24-м году, задолго до этого выйдя в отставку, и еще оправдываясь, что это потому, что меня парализовали, потому что вот не дали мне развернуть дальше наступление, ну, как мы уже упомянули, да, вот если за 48 часов не прорвали фронт, тогда надо прекращать операцию. А было бы у меня не 48 часов, а в два раза больше, тогда-то уж точно победил бы. Ну, это любой генерал вам охотно расскажет. Резервов просто не хватило. С солдатами не повезло. Начальники, если они у него есть, у генерала бестолково. А я-то, конечно, кто ж признается в том, что да я же бездарный генерал. Это вообще исключено. Что мы сейчас и видим? Кто ж там из них скажет, да никчемный я, командир, в отставку уйду. Да, это не помню кто, не Наполеон ли, да, что у победы тысячи отцов, а поражение всегда круглая сирота. Да, ну или ну, это приписывается разным, соответственно, что города берут генералы, а оставляют и отступают. Почему только солдаты? Чего генерал отступал? Солдаты отступают. А если город взят, это вот заслуга какого командующего, соответственно. Ну вот у нас еще один командующий, которого вы сегодня упоминали, Петен. Да, Анри Филипп Петен, который стал, да, кумиром французов на межвоенный период и дожил до страшного позора. Но вся эта история там еще впереди. Тут он еще сравнительно... Прожил длинную жизнь, почти 100 лет прожил, все успел. Ну, больше 90, да. И в тех, и всех побывал. И давайте... нет, подождите, у нас еще же один важный персонаж тоже. Мы движемся вперед по нашей программе, и у нас как раз Гумилев, причем именно... Ну вот семья, так я упомянул их всех, знаменитые они все, и нам, петербуржцам, особенно дорогие, потому что это, да, Николай Гумилев со своей супругой Анной Ахматовой, с которой, правда, они как раз в Первую мировую войну уже как семья ничего себе не представляли, каждый из них цельная, самостоятельная личность, у Гумилева свои романы, Ахматова вообще отдельная звезда. И вот их сынок Лев Гумилев, человек тоже несчастный, непростой судьбы, особенно в первой половине, но потом дожил он, к счастью, у нас в Петербурге, на Коломенской улице. Есть мемориальная доска до признания, ну и до сих пор можно вести полемику о его теории, но это знаменитый историк, а это вот их семейная фотография как раз, по-моему, близко к описываемым событиям около 1916 года. Потому что как раз после февральской революции Гумилев вернулся в Петербург, в том числе для того, чтобы поскорее развестись с Ахматовой, которую он разлюбил, но вот возвращение в Россию, в советскую Россию, не принесло ему счастья. В 1921 году по сфабрикованному делу он был расстрелян. И давайте обратимся еще к зданию, которое стоит посетить. Там не совсем здание, да, такая точка на карте, да, как мы говорим, потому что, опять-таки, в связи с тем, вот, кого мы упомянули, я в очередной раз могу припомнить современным властям, что у нас могут установить какую-нибудь статую циклопического размера, непонятно кому, истуканище какое-нибудь, или человеку с какими-то совершенно сомнительными заслугами, а выдающимся деятелем, да еще и культуры, когда могут все это обсуждать, ставить, не ставить, там, заслужил, не служил, а какой именно. И здесь вот сравнительно недавно произошло чудо. Все-таки Гумилеву появился вот такой своеобразный памятник в виде такой своеобразной стула-лесенки, на вершине которой есть скульптура самого Гумилева. Это небольшого размера, и все это находится на территории педагогического, как сейчас он называется, университета. Раньше был педагогический институт имени Герцена. Соответственно, это вот между Казанской и Бойки, даже трудно назвать конкретный адрес, потому что там много корпусов, и внутри во дворах случилось чудо. Появился памятник Гумилеву. Вообще памятники Гумилеву есть в разных городах России, но в последнюю очередь появился в таком хотя бы виде вот в Петербурге. В принципе, можно попасть на территорию университета. Ну, не знаю, раньше можно было попасть, не такая же там была и закрытая все эта зона, прийти, отдать дань уважения, посмотреть. Может быть, даже не все до сих пор знают, что памятник Гумилеву
хотя бы в таком виде в Петербурге все-таки есть и находится, ну, практически в центре города. В сравнении с большим количеством советских поэтов, может быть, ну, на мой взгляд, не менее значимых, чем Гумилев, все-таки памятник даже ведомственный, да, как это советский называют. Ну, получается, здесь Гумилев, да, такой полуведомственный, потому что это территория все-таки учебного заведения, да, их собственная. Не какая-нибудь там городская площадь, где с утра до вечера ходят люди, но хоть в таком виде, и на том хотя бы спасибо. После того, что случилось с нарисованным, безобидным на стене рисунком Хармсу, позорище, да, нашего петербургского памятника нет. Потому что поспорить, что не такой уж он и гениальный был литератор, но знаменитый, тем не менее, и не менее заслуженный, чем какие-то генералы. Вы знаете, на мой взгляд, те люди, которые будут говорить о том, что Хармс не такой уж и гениальный, мне кажется, что просто проблема в понимании. Может быть, они просто сами недостаточно доросли до его уровня. Наверное, это можно сказать про любого писателя, но применительно к Хармсу моя позиция такова. Каждый, кто сомневается в его таланте, просто сам недостаточно развит. Вот и все. Надеюсь, что будет больше памятников поэтам Бродским, Хармсом, Гумилевым, Цветаевым и Ахматовым, а не людоедам, кровопийцам или сомнительным героям прошлого, памятники которым ставятся десятками даже сейчас. Есть такое мнение, что даже посредственный поэт лучше хорошего генерала. Конечно, хочется дожить. Большое всем спасибо. Заканчиваем сегодня, получается, на Западном фронте, но обязательно вернемся к этим вопросам, чтобы нагнать нашу отечественную часть повествования. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Смотрите, как нам можно помочь в описании программы. До свидания. Всего хорошего.